В День народного единства размышления на 9 мая. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука, не нужны ей прицел и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле и трава не растет. И приправленный горько звуком, ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. И сменяет разруху разруха, ни к чему городить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ. Не привязанный к срокам и датам, прихожу в Александровский сад. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног.